Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня я влог снимаю в лесу практически. Там сзади меня еще Женька идет. Выглядит это вот так. Интересно, понравится вам или нет. Сейчас у нас зима. Хоть там кто-то зеваешь, что-то хрюкаешь, что-то, я не знаю, кашляешь. Ты зеваешь, что рот прикрываешь, я надеюсь. Че мне муху что здесь? Не, ну вот я зима, на камеру чай снимаю, а ты там на всю эту округу. Народ рядом стоит, хотя бы правила приличия соблюдать. Рыбаки, там с собакой же был мужчина. Вот, вот такой у нас с вами влог в лесу. Практически там каркают вороны очень много. Ну, Жень, ты специально, что ли? Ты специально, вот скажи правду. Не сморкнуть, не зевнуть. Вот именно тогда, когда я начинаю снимать, ты начинаешь вот хрюкать, сморкаться, зевать, кашлять. Говорю, поют вороны там. Ну, хотелось бы, конечно, услышать пение соловья, например. Помните, как на даче соловей пел? Красиво. Представляете, зима и пение соловья. Вообще шикарно. Тут какая-то коряшка. Ну-ка, вон она, коряжечка. Красиво. Там нету. Никто нас не потревожит, а то выходной как раз, и народ там ходит, 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 ходит. Много, куча людей. Так прям классно. Хоть находишься и в городе, но все равно. И город рядом, как бы, и добраться домой можно без проблем. Ой, рука устала. Понравится вам такой влог? Женька, ты любишь меня? Люблю. Ну? Чё, ну? Люблю. Ну не тряси ты. Ай, там ушей вообще не видать. Надо уши покупать, чтобы они были это... поближе немножко. Да? Женька! Там камни какие-то. Там камни какие-то. Вот так мы гуляем с Женей в выходной день. Да, сегодня много народу гуляет. Сегодня много, да. Сегодня у нас воскресенье, и гуляет много людей. Пошли. Это типа должно было вот так быть. Бум. Так должно было быть. Да, Жень? Ну, примерно, пойдем. Щели там какие-то заваленные. А там вообще, смотри, ничего нет сзади. Пусто. Да, корни. О, какие корни. Это был апрель. Коряги красивые. Скажу. Это был апрель 2015 года. Апрель 2015 года мы здесь были? Да, фоткались. Уже все растаял, еще художник тут какой-то рисовал, стоял. Угу. Прям аллейка. Тут, наверное, как раз пляж, да? Наверное, песок как пляж, раз. Да, ну, песок как раз начинается. Среди деревьев, наверное, тут вот люди, наверное, палатки строят, ставят. И там уже, там как будто туман. Совсем ничего не видать. Смотрите, вообще не видать. Постепенно. Народ уходит. Смотри, он уходит, люди туда. Ветка, что ли, упала? И они далеко уходят, люди. Что такое? Они на лыжах, что ли? Люди, смотри, далеко-далеко уходят туда. Да вот, я вижу, да. Там даже некоторые... И туда уходят, и сюда. Некоторые вон прям, я вижу, ну, смотри. Давай сходим немножко туда, потом. Смотри, видишь, вдалеке. Вот камеры не видно, кстати. Не вижу я, вон далеко там, да. Камеру вот не видно через... А, во, видела, вот они. Ходят там. Ну, вдоль Волги дорога есть. Вдалеке, далеко, 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 далеко. О, как далеко. Там, кстати, там поворот, наверное, лесов не видно совсем. А вот это здание, да, вот это вот новое, которое построили? Да. Мы вчера его видели, вчера.
И там вообще не видно. А вон там что черное? Это птицы там, смотри. А что они там делают? Через камеру не вижу птиц. Как будто они заклевали там кого-нибудь. Съели. Как красиво. Тут тоже как аллея. О, докуда мы с вами добрались, смотрите. Там уже забор идут, частные дома, особняки, кто живет. А тут какие коряшки. Коряшки. Красивая какая коряка. Была бы я маленькой мышкой, я бы там полазила, попрыгала бы. Наверное, мне не хватает этого детского лазенья. Не налазилась я. Наверное. Тут даже кто-то саки свои оставил. Ой, чуть не упала. Ой, мама. Чики. О, тут прям норы такие, норы прямо. Это вот, представляете, у дерева корни, наверное, такие вот. Они уже заросли прямо корой. А были прям корни. Листочек маленький. Теперь я с вами около коряк. Стою в больших сугробах. Как тут тихо, как классно. Благодать. Надо было взять с собой чай, разлить, наверное, да, здесь попить. Было бы прям классно. Такая коряга, смотрите, сзади меня. На нее будет, кстати, отдельная ролька. Я записала, сделаю, смонтирую, сделаю под музычку. Батарея садится. Но у меня есть еще одна батарейка. И все будет супер-супер. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, я не провалюсь. Ой, я буду сейчас по колено. Наверное. Ой-ой, мамочки. Ой. 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 Жалко, конечно, что нету солнышка. Все-таки на лыжах гораздо лучше. Ой, мама. Классно здесь. Дорожка. Кто это сзади меня? Медведь серый. Медведь, бегай. Беги, иди отсюда, медведь. Ты так от медведя не избавишься. А как надо? Медведь твой, иди отсюда. Не напугается. Welcome to Russia. А, как Серж Морс. Welcome to Russia. Мать вашу. Я эту палку из-за медведя. Welcome to Russia. Ага, еще камеру так будет трястись, да? Убегаем, убегаем. Как офигенно, классно. Да, Жень? Там тот берег вообще не виден, вообще прям пусто. А вот здесь вот видно. Вот тут очень красиво. Люди почти все ушли. А что там за столб стоит наклоненный? Подъемный кран какой-то. Да? Ну, а я думала, это упал столб. До дерева и назад. До дерева, да, и назад пойдем. Там уже до дерева дошли с вами. Вон оно. Вон оно, дерево. Там дальше рыбаки, много рыбаков сидят. Много-много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 или 12. Другие как будто то ли лежат, то ли сидят.
сейчас сфоткаем. Там тоже рыбаки еще. А, это он подальше отошел. Подальше, да. А гул такой, как будто сирена. Ну, давай, свали дерево. Нет, оно, нет, по-моему, даже не шатнулось. Даже не... Что-то ты совсем легкий стал, нет, Жень. Нет. Совсем ты легенький пойдем, стал. Ладно, назад. Назад? Ну да, по лестнице подойдем. До леса там дошли. Еще хочу, может, да, некрасивый там есть, может, их сфоткать. А там какие стоят красивые зимние зонтики. Видел? Ага. Ну тут уже не ты один, я смотрю, проверял это дерево. Тут лазим. Вон там вдалеке, вон они. Ну-ка, видит камера? Наверное, камера не увидит. Что-то... А вот. Во-во-во-во, вот они. Точно, что-то много народу там прям. Наверное, компания друзей собрались. Наверное. Сидят, точно. Так вдалеке, в тумане, как будто там мир совсем другой. И они вышли, как будто что-то происходит. Да? В тумане. Там он рыбак пришел вместе со своей женой и собакой. Рыбку ловит. Тут я тебе говорила, давай ты тоже будешь ловить рыбку, Жень. Будешь рыбку приносить. Ты же хотел рыбаком. Зимой что? Зимой. Пошли гулять, поставил там, да хоп-хоп, там поймал. Много не наловишь. Ну пойдем. Ну, хобби хорошее. А что, друзья-то у тебя не занимаются? Вроде уже взрослые люди, выросли. Что они не занимаются-то? Смотрите, мы увидели следы. Ай, камера плохо видит. Где они? Вот они, следы. Еле заметно. Бежал, 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 бежал кто-то. Здесь заяц, наверное. Мне кажется, мы видели как-то заяц давно. По зиме здесь. Нет? Они зайца отсюда перебегают. Оттуда бегут. Вот так вот интересно. Увидеть, на камеру записать бегущего зайца. Да? Перебегающий. Они же не знают, что здесь город. Что здесь его может поймать, да, там или что-то это. А, да, следы. Смотри, какие следы действительно видны. Вон какие. Пунктирная линия. А вон там дальше опять. Ну да, он вон он побежал, побежал вон. Туда убежал, там где-то пробежал. Может, лиса, может, заяц, может, собака. Хотя нет, мне кажется, это заяц, что-то мелкое, маленькое. А, он давно, смотри, он побежал до сюда, Жень, до середины, а дальше нет следов, смотри. Или завалило, или мышки какие-нибудь. Они же тоже выходят, не спят. Такой гул там с этой музыки вдалеке. Ну, да, когда у нас гуляли, там заяц пухал, было, мы... А, мы ходили еще пугать, а я пыталась добраться, подойти незаметно, побыстрее, чтобы его увидеть, в конце концов. А он пугался, боялся нас, убегал. Мы что-то раза, наверное, каждый день, наверное, в течение 3 дней, наверное, каждый день туда приходили. А потом таки он это сбежал. Он сидел просто в кустах. Дерево было, кустики такие небольшие, он просто сидел там, видимо, прятался. Там с другой стороны получалось поле, а с другой стороны машины. Машины часто проезжали вдоль вот этого места, рядом. Там, ну, там много дорог было. Там в каком-то влоге, кстати, показывала это место. Вот. Да, надо было, наоборот, подкрадываться тихонечко, незаметно. С камерой. Тогда у нас, по-моему, камеры не было, да, Жень? Мы уже с канала создала, когда Дима родился. А до появления Димы мы очень много с Женей путешествовали, везде лазили, везде гуляли, везде были. Вот и лесенка. Лесенка, с которой сейчас мы будем подниматься. О, вон там птицы, много птиц. Там, наверное, вот теперь они там водичку пьют. Ничего не видно, все прям. Я думала, будет солнышко. Вчера такая солнечная погода была. Да, да. Будет, наверное, волоски тебе. А, как сверху красиво тут. Темнеет чуть-чуть уже. Ну, пойдем туда что-нибудь. Куда что? Да вот тут дом какой-то красивый. Там-то мы шли, а здесь не шли. Здесь не шли, да. Сейчас пойдем.
Оттуда мы пришли. Красиво как. А тут особняк стоит. Там старый особняк, да, Жень? Да, наверное, не старый. Не старый? Он что-то на старый похож. Да, у них вон есть дверцы там. И тропинка. Люди не бедные, а буквы все. И почищено у них вон. Видишь, как? Они выходят и сюда в лес гуляют по этой тропинке. Вышел, погулял, замерз. Как мы сейчас, я уже подзамерзать начинаю. Раз, забежал домой, оделся. Ух, чай налил горячий. Ух, выпил. Хорошо. Ну да, здесь, наверное, не бедные люди живут. У себя в саду можно выйти с горячим кофе с утра. Оделся, кофе налил, вышел с горячим. И сидишь. Дымочек идет. Беседочки. Тут дома красивые. Все идет. Дома, особняки. Представляете, свет не горит нигде практически. Только за худалом домике, да, Жень? А Жень такой, смотри, ну-ка повернись ко мне. Какой у тебя снежок по бокам на меху. Если бы был ты волком, ты бы, наверное, весь был в снегу после снегопада. Такие деревья, это, по-моему, даже дубы такие корявые, красивые. Кстати, сюда хорошо приходить и рисовать. Я помню, у меня была группа ВКонтакте, я создавала. И набирала людей, чтобы все вместе прийти на пленэр и порисовать. Но у меня так это и не получилось. Все могут в разное время, в разные дни, в разные месяца. И так я что-то набрала человек 10, и все в разъездах где-то находятся, где-то непонятно кто. Так и не пришла я. Вроде художников в Самаре много, потом как выяснилось, но никто не может. Так как красиво. Какие там... Смотри, как там деревца стоят, Жень, на разные это дистанции. Вон они как люди там ходят. Что ты хотел, Жень, сказать? Ты помнишь? Да мы уже ходили этой дорогой. Не знаю, сейчас и тоже что-то на деревья обращали внимание. Интересно. Там где-то вдалеке здание какое-то. Как будто высотка прям. А вот и кучка. А, это моя любимая карусель, кстати, стоит. Орбита. Колесо обозрения. Обозрение. Оно когда-то было, кстати, сломанным, я помню. В классе 5-6 мы сюда что-то ходили с компанией. Я помню, оно было сломанным. Вроде бы. Может и нет, кстати. Орбита я прям помню, в детстве любила очень. Помнишь, как в Отрадном-то? Два раза оплатила. Там 50 рублей, что всего стоило. Меня катали. Я говорю, можно без остановки? Нет, говорит, она все равно остановится. Говорит, остановится и снова продолжим. Два или три раза ты даже. Ой, я тебя в Отрадном, на лебедях, помню, тебя катал в Отрадном. Да, я помню, как ты хохотал на каких-то. Тебя там где-то щекотало что-то. Это у меня на горку ходили там. Разве? Ну, так вот, да. Да, в Отрадном там тоже был парк. У вас снесли его, по-моему, да? Да нет, зачем? Нет? По-моему, что-то там убирали, я помню. Ну, там делали ремонт, сейчас красиво там еще. Да? Конечно. И там, кстати, очень дешево стоили. Ну, вот поедем на дачу этим летом. Съездим. Какие, смотри, деревья красивые.